Вы уже выбрали томаты для нового сезона? Перед вами, на мой взгляд, красавец, и называется он оранжевый биф. Какие первые ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово биф? Скорее всего, крупный. Оранжевый биф – томат действительно не мелкий, а еще мне нравится его очень насыщенный цвет. Томат оранжевый биф индетерминантный, то есть с неограниченным ростом. Завязывать плоды он будет, пока позволит погодные условия. Давайте посмотрим наверх. Именно заглядывая на макушки томатов, в то время как внизу у нас с вами началось окрашивание, можно судить о качестве томата. На уровне моего роста мы видим кисть, и в ней довольно выровненные томаты. А через два междоузлия, а у оранжевого бифа они довольно короткие, мы уже с вами можем увидеть полусложную кисть. Выбирая самый, на мой взгляд, спелый. Посмотрите, какой! И многокамерный, и мякоти хватает, и при этом кажется сочным. Осталось это выяснить. Николай Петрович мне подсказывает, что этот томат очень похож на хурму. Вы знаете, а мне вкус этого томата очень нравится. В нем нет никакого большого количества кислоты. Мякоть нежная, сочная, такой стандартный, качественный томат. Он действительно оранжевый биф. Мариночка, я думаю, что в охлажденном виде он был бы вкуснее. Сейчас он настолько на солнце нагрелся, что даже невозможно теплый просто вот полностью оценить. Все. Но ведь нежный. Да, нежный. Сочный. Сочный. Правда же говорю? Да, да. Вот одно мнение хорошо, и а два лучше. И очень уравновешенная вот эта кислотность и сахар. То есть приятный томат. Да, я очень думаю, этот томат понравится многим. Многим. Нареканий, я думаю, по вкусу к нему быть не может. Салатный очень больше. Вкусный. Для салатов. Как-то его жалко в баночке. Ну, я думаю, последние, зеленые, те, которые не созреют, можно в баночке положить. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Нажимайте на колокольчик. Следите за поступлениями новинок в интернет-магазине «Семена Партнер». У нас большой выбор удобрений и других необходимых товаров для дачников. Каждый день порцию полезной информации вы найдете, подписавшись на «Семена Партнер» в Instagram.